Гриффины! Питер, что лежишь? Одевайся! Опоздаем в церковь! Не хочу идти в церковь! По-моему, у священника на меня зуб. Тело Христово. Тело Христово. Зад Христов. Ай, Лоис, поменяемся? Нет. Мне надоело, что ты каждый день одеваешься одинаково. Оттуда ты поедешь в магазин за новой одеждой. Только если ты со мной. Я еще не забыл прошлый поход по магазинам без тебя. Привет, я пришел. Купил продуктов. Что? Да, проезжал мимо, вспомнил, что продукты кончились и... Слушай меня внимательно, сволочь! У меня в жизни всего одна радость! Всего одна! Но ты же говоришь, что я тебе не помогаю! Да, и мне нравится это говорить больше, чем когда ты помогаешь. Пап, вот остальные покупки, куда? Крис, беги, ты был прав, ей не понравилось! О, черт! Ай! Лоис, а ты уверена, что оно мужское? Да, Питер, это унисекс. Правда? А то как-то на платье смахивает. Питер, все нормально, выходи. Ха! Голубой! Лоис, а может зайдем в Сирс? У них хорошие товары. Питер, к ним уже десятилетия никто не ходит. Да ладно, что тут произошло? Берегись! Он хочет знать, кто вы. Мы ищем зимнюю одежду. Он говорит, что покажет вам путь за травы и мясо. В принципе, мы можем принести вам травы и мясо. Да, Питер? Питер? Отныне я с ними. Девчонкам нельзя. О боже, Питер, давно она у тебя? Я не знаю. Надо срочно показаться доктору Хартману. Господи, а вдруг это что-то серьезное? Ничего, у доктора Хартмана золотые руки. Он хирургически сменил мне ориентацию. В душе я всегда был ящером, понимаете? И вот, наконец, обрел уют в этой жесткой чешуйчатой коже. Дети, если что, я на стене бросаю быстрые взгляды туда-сюда. Это ты так откосил от встречи с моими родителями? Нет. Привет! Привет, народ! Это еще что? О боже, это маленький я! Похоже, он сформировался больше, чем мы думали. Ух ты, шикарная у тебя жена! Это нога? Почти! Дети, помните, в детстве вы нас упрашивали завести шейного дядю? Нет! Теперь у вас есть! Что это за тварь? Это мой рудиментарный близнец. Я назвал его Щепиком. Ну, как щепка от старого чурбана. Мне нравится тыкать в него пальцем. Это его радует. А мне слегка щекочет яйца. Прячь эту мерзость ото всех. Не хочу, чтобы она меня стесняла, когда я обольщаю малышек. Увидимся, сучка. Щепик, я тебе столько всего классного покажу. Мои машинки, гигантские дартсы, даже новый мушкет. Питер, ты что удумал? Лоис, по-моему, к нам кто-то влез. Отвлеки их минут на 20 и надейся, что в доме низкая влажность. Так, Щепик, притормози, ладно? Тебе, конечно, все в новинку, но это не значит, что надо браться за все сразу. Питер, где же твоя тяга к приключениям? Говоришь, как брюзга. Просто меня это стало утомлять. В чем я признаюсь, как Джордж Вашингтон. Джордж, ты срубил нашу вишню! Я не могу лгать. Да. А что за памфлет я нашел у тебя под кроватью? Называется «Бостонское гиепитие». Это не мое! Это еще что? У меня на шее нашли человечка. Приветик! Впервые вижу супервайзера-супермодель. Любишь крабов? Тут за углом подают потрясающих крабов. Ты что делаешь? Пытаюсь затащить ее к себе в постель знанием хороших местных ресторанов. Что ж, вот мы и узнали. Я чувствую все, что он пробует. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Это мучительнее, чем сидеть на родительском собрании с гепардом. Если коротко, все дети молодцы. Читайте им на ночь книги, и учебный год пройдет чудесно. Если вопросов нет, я никого не задерживаю. Вообще-то есть. В школьном меню почему-то нет газелей. Я передам директору. Да, год назад я это уже слышал. И вот опять! Слушайте, док, а можно его как-то снять с моей шеи? Мистер Гриффин, у вас с ним общие органы. Операция по разделению крайне опасна. Я согласен на операцию, ясно? Даже под страхом смерти. Зато, может, в следующей жизни буду подушкой безопасности. Ничего, ничего. Питер тебя поймал.
Не переживай, все будет хорошо. Твоя жена жива? Нет, ей отрезала голову лыжными ботинками с заднего сиденья. Выключи ты эту мигалку, действует на нервы. Так, полдела сделано. Перерыв. Привет, привет, папочка! Мы ради этого вырыли пруд! Сейчас же вылезайте из воды! Правда, щепик замечательный? Нет, не замечательный, Лоис, он доставала. Не понимаю, почему все в нем души не чают? В молодости тебя переполняла жизнь и страсть, как его сейчас. Эй, мальчики, а ну-ка догоните! А черт, не видел, что они с великами. И что будет, когда они меня догонят? О боже, они мне в затылок пропишут, я чувствую. Щепик превратил мою жизнь в сущий ад, ребята. Я так больше не могу, надо от него избавиться. И что будешь делать? Что-нибудь придумаю. Ведь я придумал книгу-игру «Выбери себе приключение или пирожок в кровати». Я опять выбрал пирожок. Привет, Питер! А, это кто? Это тот, кто превратит тебя в кучку на лужайке Джо. Что? Вот, поиграем в «Поймай стейк». Ух ты, я поймал! Эй, теперь ты, Питер! О, круто, «Поймай стейк». Беру свой тайм-аут на засовывание стейком штаны. А, нет, не меня! Не меня! Грызи его! Эй, 3 часа дня, завтрака уже можно не ждать? А, Брайан, сотри историю моего браузера! Привет, Питер. Где Щепик? Весь день его не видела. Он ушел. Я его вышвырнул. И что? Нет! Собирайтесь, дети. Найдем Щепика и привезем сюда. Делайте, что хотите, а у меня дела. Мне надо готовиться к бармицве. Баруха та данай. Хочу модный шмот, как у Ефраима, друга моего. Хочу новейший 10-скоростной велик, на котором прокачусь разок и позвоню родителям, чтобы забрали меня. Хочу плавать в бассейне, но в рубашке. Хочу лишиться девственности в 24, но говорить всем, что в 16. Отлично! В кои-то веки встал на каблуки и надо спускаться по лестнице. Зараза! Кажется, я сломал ногу! Мне ни за что не подняться по лестнице! Звонит Мэг Гриффин. Не. Питер, что с тобой? Книжки тут валялись для меня! Я не ботан! Вот сделал бы так, пока жил у нас, такой ерунды бы и не было. Знаешь, Щепик, Лоис была права. Ты особенный. Лично я считаю тебя полноправным членом нашей семьи. Очень любезно с твоей стороны, Питер, но меня ждет огромный мир. Я хочу увидеть его своими глазами. Мне жаль тебя отпускать, но я тебя понимаю. Мы будем по тебе скучать, Щепик. Я крут, поэтому не заплачу. Но я тоже буду скучать. Прощай, Щепик! Возвращайся поскорее! Но Щепик больше не вернулся. Он стал новым смешным малышом в сериале ABC «Бывает и хуже». Ух ты! Да это же полная беспросветная хрень!